А от спостерігаємо за Суданом активно, протистояння відбуваються, бачили кадри, фактично ті, які ми і в себе можемо, на жаль, бачити ледь не щодня, але все ж таки слід ПВК «Вагнер» в Африці, він не новий, але наскільки зона інтересу широка і от, зокрема, у цьому конфлікті для вагнерівців, як ви вважаєте? Ну, пока что про этот переворот мы не можем сказать ничего, ничего вразумительного, потому что информации очень мало, мы даже не знаем, кто начал, с чего началось. Может быть, это вагнеровцы пытались что-то там мутить воду, и армия им ответила, или наоборот. Здесь пока что мы не будем, так сказать, выдумывать и говорить раньше времени. Давайте подождем, получим более точную информацию, тогда будем говорить. Но, конечно, для ЧВК «Вагнер» присутствие в Центральной Африке является ключевым местом. Кстати, Судан являлся одной из тех стран, где ЧВК «Вагнер» начинал свою деятельность вместе с Пригожиным, да, где они в самом начале не вели никаких боевых действий, они больше выступали как инструкторы для армии Судана. Потом обычно ЧВК «Вагнер» выступает еще как телохранители для каких-то ну, довольно коррумпированных чиновников или руководителей государственных африканских государств. Они присутствуют не только в Судане, но и в Центральноафриканской Республике. В последнее время они замечены в Мали и в Буркина-Фасо. Буркина-Фасо они, кстати, поддерживали тех военных, которые совершили военный переворот в прошлом году. Вот. Ну, там небольшая группа, особенно в Мали их присутствие связывали с тем, что эти государства отказались от помощи европейских стран, таких как Франция, и ЧВК их как бы заменяла. И, в общем, это указывало на то, что у Путина повсеместно провальная политика, но в Африке ему удается добиться довольно серьезных результатов. И ЧВК «Вагнер» является проводником путинской политики на африканском континенте. Ну, а які можуть бути плани стосовно Африки у ПВК «Вагнер», якщо ті, ну, повністю вже в Україні завершаться, я не знаю, їх або ліквідують, або Пригожин вирішить згорнути цю свою піар-кампанію на фронті, чи може він посилити свій інтерес ще більше в Африці? Ну, для ЧВК вообще-то создавался для заграницы, да, строго говоря, это нововведение Путиным использовалось для того, чтобы проводить какие-то российские интересы именно за рубежом, без привязки к государственным интересам Российской Федерации. То есть, в общем, это был довольно интересный инструмент и довольно эффективный инструмент внешней политики и военной политики за границей для Российской Федерации. Потому что мы заметили сначала ЧВК в Сирии, потом он появился в Ливии, потом он появился в Судане, потом появился в ЦАР, потом он появился в Мали, Буркина-Фасо и так далее. То есть в этом смысле здесь как раз ничего нового нету, и здесь я не ожидаю, что будет какое-то существенное изменение политики, потому что этот инструмент работает в Африке. Нужно сказать, что, в общем, на первом этапе как бы они приезжают как почти бесплатные консультанты, а потом, конечно, когда режим африканский очередной попадает от них в зависимость, то тогда они говорят, а теперь давайте расплачиваться вашими природными ресурсами. И, как правило, это заканчивается тем, что им передается, ну, во-первых, там какие-то земельные угодья для того, чтобы они могли размещаться более-менее автономно, во-вторых, месторождения, разработки, допустим, разрешения на разработку месторождений золота, алмазов, нефти и так далее. То есть в этом смысле это такая экономическая экспансия путем продажи наемников для диктаторских режимов африканских. Вот если коротко объяснять, что такое ЧВК «Вагнер» в Африке. И здесь, в общем, я не думаю, что будут какие-то изменения. Если война закончится, то Пригожин просто вернется к своей основной, как бы, основной деятельности, потому что до 2014 года это была его главная деятельность, потом он ее разделил
ну, скажем так, до там, какого-нибудь там 18-19 года. Вот, кстати, ЧВК «Вагнер» ведь не он сам создал, но просто Путин и Пригожин тогда поняли, что это очень интересный инструмент за рубежом. Но, с моей точки зрения, они допустили очень главную большую ошибку в прошлом году, потому что до сих пор, так сказать, эта военная кампания могла использоваться эффективно за рубежом, потому что было такое понятие, как достоверное отрицание причастности Российской Федерации как государства к деятельности этой частной компании. Теперь этого достоверного отрицания нет, потому что Пригожин в сентябре прошлого года официально признал себя владельцем ЧВК «Вагнер», официально признал свое участие, прямое руководство этой компании, и плюс использование ЧВК «Вагнер» в войне в Украине доказало, что это ЧВК никакого, так сказать, никакой возможности отрицать, что она не связана с Российской Федерацией, теперь не может. И это очень важное изменение, потому что теперь, кстати, Соединенные Штаты Америки, Минюст Соединенных Штатов Америки признал эту компанию как содействующую терроризму, пока еще не как террористическую организацию, но, по-моему, после нескольких еще видеоматериалов, которые были выложены зверских, скоро это произойдет, и тогда начнется история с преследованием этой компании за рубежом. Я надеюсь. Якщо коротко, як можна охарактеризувати становище Пригожина от зараз на фоні того, що йде нібито, або нам хочуть довести це, що йде певний конфлікт, боротьба Пригожина із Шойгу. Так само думка українських командирів, речників оборонних відомств про те, що вагнерівці стираються, м'яко кажучи, тобто закінчуються на певних відтинках фронту, зокрема під Бахмутом. То чи Пригожин ще потрібен Путіну зараз, чи Пригожин взагалі йому треба? Ну, вообще, откровенно говоря, для меня не очень было понятно с самого начала, зачем Путин использовал ЧВК. Это дело объясняли как возможность просто понизить официальные, допустим, потери, потому что ЧВК не считаются вооруженными силами Российской Федерации, поэтому не входит ни в какую статистику потерь Российской Федерации на фронте в Украине. Затем ЧВК «Вагнер», в общем, более подвижны при принятии каких-то решений, потому что Министерство обороны очень бюрократическая организация, которая зависит от российских законов, чего нет для ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» в принципе противостоит российскому уголовному кодексу. По российскому уголовному кодексу эта деятельность запрещена официально. То есть Пригожина можно посадить в любой момент в тюрьму. Это, кстати, является возможностью держать его в узде. Вот. Но Пригожина политические амбиции проснулись с прошлого года. Он, в общем, я его теперь называю исполняющим обязанности президента Российской Федерации, потому что он теперь на всех фронтах, он на фронте, самое главное. Он самый высокопоставленный, самый заметный человек на фронте, потому что никаких военных мы не видим, никаких министров мы не видим, ни Герасимова, ни Шойгу, ни Путина на фронте мы не видим. Да, они там где-то делают вид, что они приезжают, да, но вот реально на фронте, так как это делает Пригожин, там, где рвутся снаряды, там, где вот надо ходить в бронежилете и в каске, туда все эти руководители не доезжают. И у Пригожина, в принципе, появились совершенно открыто политические амбиции. Он, с моей точки зрения, уже фактически начал предвыборную кампанию президентскую 2024 года. И в этом смысле он, конечно, вызвал неудовольство ряда лиц. Плюс он ведет себя не очень умно с политической точки зрения, или, скажем так, политика с административно-бюрократической точки зрения, потому что он переругался со всеми людьми, от которых он зависит, от Шойгу, Герасимов, он поругался с губернатором Петербурга Бегловым, он поругался с Медведевым, то есть он поругался со многими чиновниками, и в этом смысле его можно сравнить с Трампом, то есть Пригожин является такой прообразом российского Трампа, который может выйти на следующие президентские выборы. Но его наличие, кстати, это вещь, которая довольно полезна Украине, потому что вообще это совершенно ненормальная ситуация, когда такая
компания присутствует на фронте. Это мешает ведению нормальных боевых действий. И, в принципе, вообще для государства наличие такой компании является отрицанием государства, потому что у государства имеется только монополия на законное применение силы, и такая монополия не может быть делегирована какой-то частной компании. Вот. Но то, что вот там пригожинцы, кадыровцы и несколько других каких-то подразделений одновременно присутствуют вместе с российскими войсками на украинском фронте, облегчает немножко вам деятельность, потому что все это вносит разброд и шатание в российскую армию, и поэтому, кстати, они не могут сформировать по-настоящему сильную наступательную группировку, и в этом смысле это, слава богу, потому что иначе бы вашим бойцам, в частности в Донецкой области, пришлось бы еще хуже, чем та сложная обстановка, которая наблюдается, допустим, сейчас там под Бахмутом или там под Авдіївкою. Останнє питання по темі, і будемо переходити далі. От цікава заява від засновника ГУЛАГу.нет. Після того, що ми оприлюднимо у понеділок, військову кар'єру Пригожина буде закінчено. В ефірі Марка Фейгіна, якщо не помиляюся, заява пролунала. Каже він, що колишній член ПВК «Вагнер» дав свідчення, що Пригожин особисто наказував страчувати українських військовополонених. Відомо про понад 20 таких випадків. Будуть докази ось цих наказів? Чи Пригожин може ще щось приховувати? Як ви вважаєте? Ну да, я видел это заявление господина Осечкина, и, в общем, здесь я могу с ним согласиться. В любом случае Пригожин понесет ответственность за все, что было сделано ЧВК «Вагнер». Это вообще незаконное воинское формирование, оно, как вот я еще раз подчеркну, оно незаконно даже по российскому законодательству, не говоря про международное. Украинская сторона проводит расследование по всем фактам военных преступлений. В этом смысле для ЧВК «Вагнера» не будет сделано никакого исключения. Вот. И Пригожин, безусловно, когда-нибудь понесет за это личную ответственность в том числе. Вот. Но у Пригожина политические амбиции. И вот как это будет, эта сторона политическая будет развиваться в Российской Федерации, мы пока предусмотреть не можем, потому что, с одной стороны, он очень многих людей раздражает, а с другой стороны, почему-то Путин ему благоволит и продолжает благоволить. Хотя, вот мы все заметили, что террористический акт, который произошел в Санкт-Петербурге недавний против некого военкора, мы заметили, что этот военкор работал на Пригожина, взрыв произошел в кафе Пригожина. И, возможно, была такая версия, что это была ответка либо вооруженных сил Российской Федерации, либо спецслужб Российской Федерации, либо людей в окружении губернатора Беглова, чтобы показать Пригожину, что, в общем, он всех, ну, если так говорить, грубо задолбал. Небагато часу маємо, але пропоную ще одну тему до обговорення. Електронні повістки в Росії поки не означають масштабної примусової мобілізації. А це заходи на перспективу, аби в умовах тривалої війни спростити поповнення особового складу російської армії. Такі висновки оприлюднила британська розвідка. Там вважають, що нині у Кремлі намагаються залучити до армії добровольців. Напередодні Держдума РФ ухвалила закон, яким створюють єдиний реєстр військовозобов'язаних, і передбачається можливість надсилати їм повістки в електронному вигляді, усуваючи можливість ухилятися, яка була з паперовими повістками. З 20 апреля почнуться перші відправки призовників в пункти постійної дислокації, розміщені на території Російської Федерації. Третій з призовників буде направлено в учебні об'єднання воєнної частини, де в течі 3 місяців освоїть сучасну воєнну техніку і отримає воєнну учетну спеціальність. Єдиний електронний реєстр воєнного учету створений перш за все для упрощення взаємодії громадян з воєнними комісаріатами. Тепер, вместо личного посещення воєнного комісаріату для уточнення или змінення даних воєнного учету, з'явилася можливість направляти всі необхідні документи в електронному виді. Соответственно, о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг. Та, ну таке пояснення від Міноборони РФ. Там кажуть, що всім стане лише краще від цих електронних повісток. Ну, всім, але явно не цим мобілізованим. Чому таке скандальне рішення Кремля викликало таку в'ялу реакцію з боку суспільства? Це ж якась реінкарнація кріпосного права.
Ну, вы знаете, это немножко, может быть, чрезмерная оценка этой политики, потому что, строго говоря, вот если бы не было войны Российской Федерации в Украине, то то, что сделано введение вообще электронного учета и общение Министерства обороны с резервистами, с запасниками и даже с сосрочниками через личные кабинеты и через электронный вид, то на самом деле это является, в общем, довольно прогрессивным делом, потому что это внедряется во многих странах, и здесь, в общем, ничего особенного в этом деле нет. Да, это действительно упрощает жизнь людям, это действительно упрощает какую-то жизнь бюрократическую, потому что раньше, когда какой-нибудь документ от вас требовали, вам надо было всегда лично приходить в военный комиссариат, там, я не знаю, отпрашиваться с учебы, отпрашиваться с работы и урегулировать эти вопросы лично. Теперь это можно делать в электронном виде. В этом смысле это не несет за собой никакой другой нагрузки, кроме как снижения бюрократии. И если вы посмотрите такие европейские страны, как, я не знаю, страны Балтии, то там все это дело сделано 10 лет тому назад. И, в общем, никаких проблем не возникло. Вся проблема возникла в том, что эти меры по электронному, так сказать, управлению своими личными делами ввели именно тогда, когда Российская Федерация ведет войну в Украине, и у нее, мы знаем, проблемы с набором на фронты либо военнообязанных, либо запасников, либо добровольцев, так называемых. И поэтому, когда именно в этот период вводятся такие электронные формы взаимодействия с Министерством обороны, то сразу возникает, конечно, проблема, потому что это понятно, что это кризис, и понятно, что таким образом облегчается для Министерства обороны естественно управление этими резервами и возможность их привлечения, кстати, не привлекая никакого внимания ни СМИ, ни общества, потому что, ну, так сказать, гражданину напрямую все это дело посылается, и все, и очень эффективно это работает, и тем более, что ввели не только электронные повестки, а самое главное, что ввели значительное ограничение для человека, который делает вид или там не хочет получать эти электронные повестки, да, то есть запрещение вождения автомобильными средствами, там, я не знаю, получение кредитов и так далее и тому подобное. То есть всякие меры для уклонистов, которые не хотят ехать на этот принудительный, по принудительной мобилизации на войну. Вот. И в этом контексте, конечно, это принимает совсем другое значение и совсем другой привкус у всех этих мер электронных, которые в мирное время никто бы даже не заметил. Як спосіб боротьби з корупцією, можна це розглядати питання? Чи не намагаються от все-таки у військових комісарів забрати можливість якось приймати гроші? Хоча, з іншого боку, чи не буде ця можливість у працівників тих самих госуслуг, так званих, які можуть, власне, теж отримувати кошти за те, щоб не приходили такі повістки? Да, вот вы правильно говорите, что, в принципе, если бы это было там в нормальных условиях, если бы не было войны, если бы не было кризиса, если бы не было мобилизационной вот этой истории со всеобщей мобилизацией на войну, то это можно было бы даже рассматривать как позитивную вещь, как борьбу с коррупцией, вы правильно говорите, потому что действительно, когда нет физического контакта с каким-то человеком, которому надо занести деньги или занести какие-то подарки или договориться с ним, когда вы просто общаетесь в электронном виде и, соответственно, все, что вам пишется и все, что вы отвечаете, все это хранится, сохранятся следы и так далее, то, конечно, это снижает, потенциально должно снизить уровень коррупции. Другое дело, что мы же живем в России, то есть они живут в России, я, слава богу, уже 20 лет не живу в России, вот, и поэтому это, да, то, что это перевели все в электронный вид, не означает, что снизится коррупция, да, потому что дальше есть телефон, дальше по телефону можно договориться с тем же самым коррупционным функционером Министерства обороны в военном комиссариате, и дальше просто параллельно будет идти какой-то электронный обмен. То есть я так думаю, что в России, конечно, довольно сложно бороться с коррупцией, но, в принципе, потенциально, вы правы, электронные обмены такие и переведение общения военнообязанного с Министерством обороны
законы в электронную форму, потенциально должно облегчать обоим жизнь і знижать уровень корупції. Ну, але, звичайно, Путін орієнтувався явно не на це. Я дякую вам, пане Сергію, дякую, що долучились, знайшли час для Постров ТВ. Сергій Жирнових, співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ, був із нами на прямому зв'язку, не перемикайтесь.